Привет, дорогие друзья! И начинаем проходить StarCraft 2 Legacy of the Void. Так, заставка у нас в меню очень классно сделана. Но также... при запуске игры у нас проигрывался очень клевый ролик. И посмотрим, смогу ли я его здесь запустить сейчас. Чтобы некий пролог сделать. Также пройдем миссии... самого пролога. Так, а у нас есть пункт просмотреть роли. Ну что же, Blizzard всегда их делали замечательно, очень красиво, воодушевляюще. Так что не буду вам мешать. Рой опустошил наш мир. Наш гордый народ был обречен на изгнание. Но никто не разрушит наше единство. Ибо нас связывает Кхала. Священный союз всех наших мыслей и эмоций. Прекрасно срежиссирован ролик. Прям хочется ринуться в бой за Айюр. Спасти всех. Не только протосов. Вот. Но я думаю, начнем кампанию. Возьмем сложность. А сложность у нас после нажатия на саму кнопочку, да? Высветится, наверное. Ну, попробуем на сложности боец, так как супер игроком в StarCraft я себя не позиционирую. Хочется все-таки посмотреть историю, продолжение истории второго StarCraft, но при этом получить удовольствие от игры. Амун, темный бог, снова жив.
Вся надежда на спасение нашей галактики в руках Зелнага. Лишь одна часть пророчества остается неисполненной. В мире, где возродится Амун, воссияет и последний свет. И лишь одному существу было известно это место. Самиру Дюрану, также известному как Нарут. В этой системе есть заброшенная база Мёбиуса. Надеюсь, она раскроет нам его тайны. Зератул, это честь для меня. Я Претор Талис. Смиренно прошу твоей помощи. Кто-то похищает тамплиеров из наших колоний. Нам удалось отследить их путь до базы тиранов, но на нас постоянно нападает Рой. Рой? Я уже в пути, Талис. Да скроет тебя Адун до моего прибытия. В этой лаборатории силы удерживают наших братьев. Их надо освободить, пока Рой не уничтожил комплекс. Зератул, я почувствовала твое присутствие. Скажи прямо, что тебе здесь нужно? Я прибыл сюда в поисках информации и своих похищенных братьев. И то, и другое находится в руках закрепившихся здесь тиранов. Я это исправлю. В этой лаборатории выращивают гибридов для армии Амуна. Мой Рой сотрет ее в порошок. Я знаю, что это тебя не остановит. Главное, не стой на пути у моих войск, Зератул. Мы будем сражаться. При должной тактике и скорости нам удастся избежать встречи с Роем. Хорошо. Я подготовил наш Нексус к твоему прибытию. Впереди зал, где удерживают пленных тамплиеров. Войны к бою! Так, ну, я думаю, на пути Роя мы не встанем, это точно, потому что нам не справиться с ними. Хорошо. Ну, а теперь вспомнить бы, как здесь играть. Потому как всегда я любил... Рой Керриган собирается разрушить реактор станции. Мы должны освободить наших братьев, прежде чем это произойдет. Всегда я любил играть за расу тиранов. Чтобы добраться до пленников, нам придется пересечь путь, по которому следуют войска зергов. Избегайте встречи с зергами любой ценой. Выступайте лишь, когда поблизости не будет Роя. Все, вы наболтались? Настал час расплаты. Так, ну, всегда я любил играть за тиранов, за протосов. В редком случае, так что, в принципе, немного путаюсь и теряюсь, и не помню, что где заказывать и какие здания для каких боевых единиц у нас нужны. Так, ну я думаю, мы вспомним, а пока наладим снабжение главной базы. Немного зелотов построим. Ну, такой... Маленькое, скучненькое начало развития базы. Рой выступает? Рой собирает силы для удара. Воины, держитесь подальше от зергов. Холодно. Вперед, слуги мои! Убейте всех рабов-гибридов до единого!
нужно построить больше пилонов. Так, и у нас... Да, на данный момент лимит. Ну ничего. Пилоны, они недорого вроде стоят. Единственное, что здесь у процессов ограничивает постройку, это то, что в радиусе действия пилонов мы можем только строить. Так, иди собирать газ. Так, алюмет у нас 42. Ну, еще можно пару воинов построить. Что ты предложишь? Будет. Ну, а пока сходим на разведку. Я, правда, не знаю, получится ли бункер взять штурмом. Заманчиво. Такими маленькими войсками. Ну, попробуем. Ну, зелота мы одного потеряем. Ну, а так будь получилось. По-твоему. Так, а там уже тяжело бронированные цели. Я здесь, среди теней. Да, газ как-то медленно очень добывается. Построим-ка еще один гейзер. Уничтожьте базу протосов во славу нашего повелителя. Ладно. Так, на нас, наверное, хотят напасть. Заманчиво. Так, ну где же там мои войска-то бегут? Алло. Ради возмездия. Я думаю, мы справимся. Серги собирают войска. Наверняка они планируют вскоре нанести удар. Точно. Я здесь, среди теней. Разрушьте центральный реактор. Так, я думаю, на нас еще не раз нападут. Так что нужно будет подумать об обороне именно в северном секторе. Так, ну, все здания вроде бы у нас есть. Сделаем апгрейд щитов. Так, забыл, как в очередь ставить постройки. Точнее, в очередь. Ну, у самого... зонда, чтобы он по очереди начинал вызывать. И построим пару пушек. Ну, я думаю, зря я ее тут тыкнул, потому как достроить пилоны можно было чуть подальше ее поставить. Ну ладно. Ну, завод робототехники, ладно, пригодится, я думаю. Так, тамплиеры или темное святилище, но ресурсов у нас пока немного, так что... Не хватает минералов. Будем первоначальными войсками разбираться пока. Зелотами и часовыми. Точнее, сталкеров. Но часовых тоже нужно будет попозже вызвать. Так как они восстанавливают щиты. Заманчиво. И я думаю, мы уже можем пробиться через ту кучку народу. Мы крадущиеся тени.
Зов! Их плоть послужит повелителю! Так, и одного зелота мы потеряли, жаль. Я здесь, среди. Ну, по крайней мере, здесь пробились. Очень разумно. Так, а здесь у нас барак даже. Пустота. А нам еще надо войска. Нужны войска. Ну, врата искривления в дальнейшем будем использовать. Это классная штука. Жизнь за Айю. Но пока по старинке. Да, дорогие бессмертные. Но чуть попозже. Чуть попозже. Так, а пока нам нужен пилон. Так, ну слава богу, атаки на нас не массивные проводят. Так что пока справляемся. Я здесь, среди теней. Так, и на одного бессмертного у нас хватило ресурсов. Пригодятся тебе. И у нас первый часовой пошел. Отлично. Так, силовое поле, перезарядка щитов автоматом работает. Хорошо. Также часовой может накрыть войска полем, который будет уменьшать урон от дальнего оружия. Тоже очень полезное свойство. Я здесь. Я вернулся, чтобы служить. Так, ну поставим архивы тамплиеров тогда еще. Когда будет доступно для постройки высшие тамплиеры. Войско зергов скоро пойдет в атаку. Нам нужно соблюдать осторожность. Разрушьте реактор до основания. Того требует королева клинков. Так, а Керриган у нас рвется в бой. Надо поспешить. Полпути она уже прошла. Ну, тогда, я думаю, стоит уже нападать. Так, и... У нас бессмертный может накрываться полем, которое поглощает до 100 единиц урона. Эти тираны полностью потеряли разум. Они прислуживают гибридам. Так, и контейнеры с ресурсами, отлично. И войска много не бывает. Не хватает минералов. Ладно, подождем. Не кричи. Тогда и подождем, пока у нас освободится очередь постройки. Ох, еще один бункер. Мы будем служить. А ты у нас... У тебя небольшая дальность.
за Айю. Я здесь, среди теней. Так, ну теперь можно в атаку. Щиты немного подсадят все-таки. Так, а впереди у нас первый отсек с пленниками. Еще одна волна зергов накапливает силы. Постарайтесь не стоять у них на пути. Корпус Мёбиуса, Рой идет за вами. Волна неотвратимой смерти, что мы несем, вот-вот накроет вас с головой. И эту атаку мы на себя отбили. Я думаю, если что-нибудь покруче пришло бы, то нам не повезло бы. Точно бы не выстояли. Жизнь за Айю. Ну, а так можно не спеша. Ну, как не спеша. Вместе с Керриган, с ее темпом развиваться и пытаться освободить всех тамплиеров. Я здесь, среди теней. Так, а нам нужны пилоны. Так, а на какую клавишу-то? Ладно. Так, это у нас застрял. Ну ладно, если что, будем пилоны здесь с тобой строить. Вот, я нашел наш шип. Отлично. Я здесь, среди теней. Так, ну что ж, уже можно, наверное, напасть? Затмение. Я вернулся, чтобы служить. Так, а у нас готов еще один бессмертный. Ладно, подождем его. Пускай запоют наши пушки. Как Керриган хорошо-то вычищает базу врага. Что ты предложишь? Жизнь за Ай. Я здесь. Наверное, еще построим пару колоссов. Они уж точно пригодятся. Так их хватило денег на одного тамплиера. В очередную атаку. Ладно, в бой. Рабы гибридов Амуна не заслуживают жалости. Поглотите их всех. Благодарим вас. Мы уже не надеялись спастись. Что тебе известно об этой лаборатории, Зелот? Тираны. Они пытали нас и ставили эксперименты с нашей плотью. Многие из нас погибли. Я уже видел подобную мерзость. Но Нарут мертв. Кто же доставил вас сюда? Увы, я не могу сказать. Претор... Мы хотели бы присоединиться к тебе и отомстить за гибель наших братьев по оружию. Тогда готовьтесь к бою, тамплиеры. Так, ну, лишний отряд зелотов нам всегда поможет, не помешает. Воины, неподалеку от вас еще одна камера. Вперед, свершите возмездие, которое вы... Ну, я думаю, к ней будем двигаться потихоньку. Тираны вызывают подкрепление с помощью пилона. Но это невозможно. Они экспериментируют с нашими технологиями. Мы должны уничтожить врага и захватить пилон.
Вот как? Ладно. Сделаем то, что нам приказали. Ну, сейчас это проблем точно каких-то составит. Активируй пилон. Сложно поверить, что столь примитивные создания смогли разобраться в наших технологиях. Так, и пилон наш, и еще подкрепление. Причем на халяву. Это хорошо. И построим ворота в количестве 2 штук, наверное, около этого пилона. По крайней мере, это ближе будет к нашей армии, чем от самой первой базы бежать. Так, а мы можем сжигать энергию противников и насылать на них штор. Теперь с помощью тамплиеров. Ну, по крайней мере, одного тамплиера. Жизнь за Айю. Ул-Ас Адари. Мы едины в своих стремлениях. Посмотрим его эффективность. Я выхожу из тени. Ну. На слабых пехотинцев, я думаю, это будет лучше срабатывать. Жизнь за Айю. Еще ты один остался. Это же спрятаться? Нет, тут-то было. Да будет так. Так, а нам в эту дверь. Сила в единстве. Я внемлю зову. Какова твоя воля? Я выхожу из тени. Жизнь за Ай. Ох, надо танк быстрее снести. Будет исполнен. Наши помыслы не разделены. Сила единства. Прекрасно. Уничтожив панель управления мостом, мы получили дополнительный проход к Нексусу. Так, у нас открылся проход к основной базе, так что данные врата нам не нужны. Что я должен сделать? Жизнь за Айю. Так, и у нас очередной бункер. Так, и очередная клетка с плененными зелотами. И у нас останется последняя. У тебя остается все меньше времени, Зератул. Эриган, тебе не хуже меня известно, что Амун жив. Убийство гибридов не имеет смысла. Мы должны пробудить Зелнага. Будет. Она не отвечает. Воистину легче договориться с камнем, чем с зергом. Осталась последняя камера, Зератул. Мы больше не можем ждать. Ну сейчас подожди, дождемся колоссов. Колоссов. И пойдем в бой.
построить больше пилонов. Рой готовится атаковать последний рубеж корпуса Мёбиуса. Нам следует поторопиться. Ну, я думаю, просто так им слуги последний мои, рубеж не преодолеть. Сражайтесь или... и убивайте. Пора с этим покончить. Нам и в бой. Наши помыслы не разделились. Здесь у нас немного ресурсов. Они нам пригодятся обязательно. Так, а здесь дверь закрыта. Так, и здесь тоже подберем ресурсы. Отправим одного из золота. Жизнь за Ай. Что нужно сделать? Наши помыслы нет. Так, и войска на вторую базу отправим. Мы сосредоточим. Будет исполнено. Так, ну чем мы ближе продвигаемся к нашей последней цели, тем больше сопротивления нам встречают. Наши помыслы неразделимы. Еще один танк. Ну и он перед нами не устоял. Ну а мы уничтожим второй пилон. Армия зергов наступает. Не стойте у них на пути, братья. Жизнь за Ай. Я здесь, среди теней. Мы вернули себе контроль над обоими пилонами. Вызываю подкрепление. Ваша цель — центральный реактор, слуги мои. Идите, уничтожайте. Жизнь за Ай. Скажи, вам, а там нехилая охрана? Мы главный реактор стоит. Мы едины. Энтаро-Тассадар! Газовый гейзер иссяк. Я здесь, среди теней. Так, ну это не страшно, что газовый гейзер иссяк. У нас здесь вторая точка. Мы стремимся к знаниям. Ну а здесь армия Керриган прошла, так что... наверное, можем... без опасений продвигаться к нашей следующей цели. Тираны усиливают защиту. Ударим по ним изо всех сил. Ударим, ударим. На свободе. Уничтожить их. Я здесь, среди теней. Да, малой крови у нас это не обойдется. Ну ладно, войск у нас большое, справимся. И последние тамплиеры. Отлично, мы справились. Благодарим вас, братья. Талдаримы похищали тамплиеров. Доставляли их на тиранские станции и превращали в гибридов. Талдаримы? Эти еретики никогда не дерзали приближаться к нашим мирам.
Значит, их направляет ОМОН. Тамплиер, где они держали вас? В храме Зелнага, подобного которому я никогда не видел. Они называли его Эрис, но не говорили, где он находится. Корпус Мёбиуса и Талдаримы служили под началом Наруда. Он должен был знать местоположение храма. Система Атриас. Именно там переродился ОМОН. Она лежит в глубинах квадранта Сигма и охраняется... Ты помог разрешить мою проблему, Зератул. И честь обязывает меня помочь тебе. Мы вместе захватим этот храм. Эта миссия пройдена. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Жаль, правда, две ачивки не смогли из трех выбить, но это мы исправим. Ждите следующей миссии.